Так, ребятки, приветствую вас на своем канале. Решил я здесь поменять процессор. Древний Lenovo G505, 50. Значит, сейчас у него процессор мы смотрим. Я запустил программу Spice. Значит, смотрим. Центральный процессор у меня вот такой. Pentium T4520. Видим, да? Не самый мощный. Есть помощнее. Вот. И я задался вопросом, где же найти мне бэушный процессор, который я хотел помощнее поставить. И нашел таких хороших ребят из Киева. Ссылочка будет в описании. У них очень много разных процессоров. Абсолютно разных. Вот. И я у них взял. Прислали они мне процессор замену. О, альтернативу. Значит, процессору, который у меня есть. Сейчас покажу. Пришла посылка. Вот такая. Такой проц. Сейчас, момент. Так, вот процессор. Пробую сфокусироваться. T9320. Вот Intel в отличном состоянии. Сейчас будем его менять, ставить вместо старого. Так вот, друзья, значит, этот процессор, который я заказал на OLX. Вот, опять же, ссылка будет. У них очень много товаров. Вот процессор, сам этот проц. Вот. Так, ну также другие объявления автора. Очень много у него всего разного. Сайт такой gnome.net.ua. Различные у них есть позиции. Ну, опять же, это для ребят, которые в Украине живут. Дуже богато всего есть по процессорам. И не только. Видите, да, что? Очень большой. Очень большая номенклатура на 3 страницы. Так что по ссылочке, кому интересно, переходите. Так. В Lenovo, слава богу, не так сложно менять все это дело. Как оперативку, так и прочие части. Тут все очень просто. Сейчас я откручу несколько болтов. Вот. Вот таким образом это все дело делается. Я сейчас отключу. Все. Сняли. Значит, вот у нас кулер. Вот эта часть, это получается как радиатор. Здесь, я так понимаю, видюха, а вот здесь сам процессор. Снимается это все просто. Ну, как просто. Откручивается здесь болты, кулер вынимается. Эта часть тоже снимается. Болтики. И поддевается. Сейчас покажу, как. Так, открутил я 3 болта здесь. Вытаскивается кулер, отключается вот эта часть. Вот мы отключили, и у нас вот получается вот эта планочка. Берем, откручиваем здесь 4 болтика. Аккуратно, без особого фанатизма. Он тут нам не нужен. Так, открутили. Сейчас болты повытаскиваем. Они тут на таких пружинках, подпружинены. Все, ну и аккуратно пытаемся все это дело так поднять. Так.
Вот сам этот блок. Вот он какой. Скажу по секрету, я уже менял пасту недавно, потому что лет, наверное, 6 не менял, или 8. И она превратилась просто как в камень, что ли. Вот. Так, ладно. Это мы отлаживаем. Значит, смотрим. Вот у нас процессор. Ну, вверх ногами, правда, но видно, я думаю, да? Т4520. Значит, как его снимать? Тоже попробую показать, как он снимается. В общем-то, несложно он снимается. Ни разу еще не снимал, но спасибо YouTube, я уже понял, как это делать. Перепутать сложно. Здесь есть ключ. Вот такая вот стрелочка, да? Тут точка, здесь стрелка, это ключ. Значит, крутим против часовой. Вот так. То есть вот это мы закрутили его. А сюда, вот видите, он поднялся. Такой класс, щелчок. И приподнялся. Сейчас будем его вытаскивать аккуратно. Так, то есть получается, вот такой щелчок произошел. Класс. И вот, смотрите. Берем просто аккуратненько. Без особого фанатизма. Вытаскиваем старый процессор. Вот он. Отлаживаем его в сторону. Ну и ставим новый. Старый новый процессор. Все, вот он становится на место. Все. Вот так вот. Все, мы его установили. Сейчас я все соберу на место. Ну, сам процесс показывать не буду. Тут, в принципе, все логично. Нанесу пасту. Ну и дальше будем смотреть. Ну что, я собрал. Ответственный момент. Жмем на кнопку, которая должна его включить. Индикация загорелась. О! Так. Ну, смотрим. Windows XP загружается. У меня древний XP, но как бы я к нему привык. И это корыто. Ну, другие можно ставить, но как-то что-то оно так натужненько. Старичок такой. Смотрим, это первое включение на этом чипе. Ну, это радует. Это, блин, радует меня. Вот могу показать чип, который, да, загрузился, все нормально. Пацаны, спасибо. Это я говорю ребятам, у которых купил его. Красавчики. Не паленый. Отличный чип. Опять же, ссылка будет в описании. У них пока сайта как такового нет. На OLX куча у них объявлений. Я думаю, они там будут развиваться и будет у них сайт. Так что нормальные парни отвечают за базар, так сказать. Вот. Действительно, можно доверять. БУшный процессор. Вот смотрите, Т4520. Это который стоял. Вот, работает. Можем запустить программу, которую до этого запускали. Сейчас запустим. Сорян. Сфокусируемся. Так, секунду. Окей. Так, смотрим параметры, какой здесь у нас процессор. Графические устройства. Так, центральный процессор. Вот, смотрите, стоит, как и хотел я. Так,